Это Криштиану Роналду, и он постоянно проигрывает FIFA 16. Но все может изменить продавец монет Ваня Мухин. Реактивная доставка и приятные цены. Покупай и побеждай! И друзья, сегодня я снова вас приветствую в карьере за Зенит, третий выпуск. Сегодня мы сыграем с вами два матча, и первый матч у нас будет с Рубином. Сейчас мы идем пока на первом месте. Я думаю, мы будем продолжать выигрывать. Главное для нас в этом сезоне это Лига Чемпионов. Немного поменял я схему, вы видите. Ну, давайте уже начинать матч. С Рубином, я думаю, не будет сложно. Это не самая топовая команда, которая у нас в России есть. Раньше, когда у нее Бердыев еще был, тогда была хорошая команда. Сейчас уже... Не то. Ну, вы сами знаете. Сейчас у нас Ростов на первом месте в премьер-лиге, я до сих пор в шоке. Ну, ЦСКА мне, конечно, выиграет чемпионат, но Ростов может побороться за место в Лиге Чемпионов. Ну, сложно, конечно, верится, но я думаю, поборется. Так, ну и начинаем наш матч. Маурисио, Хави Гарсия. Хави Гарсия с мячом. Маурисио, пас. Дане. Ну, свалили же игрока нашего. Кокорин с мячом. Кокорин на Вицеле, Дани, Мурисио, удар! И Рыжиков на месте. Мурисио бил неплохо, но у него вроде рабочая правая, поэтому не получился хороший удар у него. Точного вратаря пробил Мурисио. Так, Кришто с мячом. Мурисио опять с мячом. Дани, Хави Гарсия, Халк. Халк с мячом. Халк на Маурисио, на Дани, Дани, в дальний бей, удар, и опять Рыжиков спасает. Ну, Дани какой-то плохой удар получился. Я думаю, еще пару моментов, и мы надо нам забивать. Так, ну, а весим и там, неудачно, мы даже и свалили, получилось так. Ну, ладно, ничего страшного. Так, Рыжиков убивает мяч. Рубин пока на нашу половину еще даже не заходил. Дани, выигрываем. Так, это Хави Гарсия, Вицель. Даня, что ж ты за мяч-то не поборолся? То что ж ты делаешь? Белендинов, так, Девич, Благой Георгиев, Денис Карденис. Так, катает мяч Рубин. И потеряли они мяч. Недолго. Они с мячом были. Халк, что это за пас был? Вообще не туда давал я. Кузьмин, Маурисио, Канунников. Раньше, кстати, Канунников в Зените играл. Сейчас у него вроде неплохо получается в Рубине, но лучше, конечно, Зенит, чем Рубин. Рубин. Те времена, когда они обыгрывали Барселону, уже закончились. Нет у них Рязанцева, который забивал чуть ли там не с 30, не с 40 метров в Барселоне. Вальдес, по-моему, да. Там еще за Ибрагимович играл. Рязанцев как раз сейчас в Зените, но у него игровой практики вообще в реальной жизни нету. И он там открывается Кокорин. Лучше бы в центр открылся, на самом деле. Кокорин по флангу уходит. Уходит неплохо. Ну и в центр уход вообще не получился. Вицель. Белендинов по флангу не пойдет. Скорости не хватит. Вицель его отталкивает от мяча. И дает пас на Дани. А Дани дает на Халк. И Халка ходит один на один с вратарем. И забивает. 1-0. Открываем мы счет матча. И... На 20-й минуте Халк выводит Зенит вперед. Это хорошо. Хорошо начинается для нас матч. Я думаю, еще парочку голов мы забьем. Главное не пропустить от Рубина. Опять же, я говорю, что главное для нас Лига Чемпионов. В нашем чемпионате бороться не с кем. Сильных команд-то нету. Ну, именно в FIFA. Так ЦСКА, конечно, очень сильный. Но в FIFA что-то Зенит намного сильнее сделали. И... Он в Лиге Чемпионов спокойно может в четвертьфинал выходить. Ну, я постараюсь, конечно, выиграть. Так, Смольников. Маурисио. Хорошо сыграл Дани. Халк. Халк уйдет. Уходит. И я сплоховал. Вицель. Кокорин на фланге. Кокорин, да, в центр. В центр ужасный пас от Кокорина, но это желтая карточка должна быть. Подкат сзади. Не думаю, что красная. Ну да, желтая. Аздоев. В центре за это красной не дают. Вицель с мячом.
на Маурисио. Дальний, дальний пробей. Ужасный удар на самом деле был. Хоть рикошет. Рикошет был. Так, передача 86-88. Ну, с передачами у Рубина получше. У компьютера всегда в этой фифе получше, чем у нас. Очень редко бывает, когда компьютер плохо пасуется. Вот, опять пасы, пасы, пасы. Кузьмин с мячом, которого сборную России призвали. В 30 или в 30... 31 или 32 года даже. Не помню, какой навес опасный был. Вот это как не сыграл, по-моему, Канунников. Георг Денис Карадин старенький уже, скорости не хватает. Не уйдет он. Кокорин дает на Халка. Халк не убежит. Халк пойдет во фланг. Ну и нас мяч перехватили. А тут Маурисио. Мне Маурисио очень нравится. Первый раз мы его состав пробуем. Так, и он прям неплохой. Бывший игрок Терека зимой перешел в Зенит. Довольно неплохо влился в коллектив, что в жизни, что у нас сейчас в составе. Так, Халк, Кокорин, Кокорин, Халк, ничего, Маурисио опять перехват, у него, по-моему, три перехвата уже. Халк, дай, ой, хорошо, на Дани и верни Халку, ужасный. Надо было сначала принять. Так, пас на Рыжикова. Опасно перепасовывается Рубин, мы же можем перехватить, так что и делает Вицель. Но аут, к сожалению, аут. Так, Вицель. Вицель неплохо, с прямой ноги. Опасно, конечно, было, но ладно. И первый будет Рыжиков. Да, неудачно мы подали. Так. Дани, чуть назад. Так, Кокорин с мячом. Кокорин пока примет. Неуклюжий какой-то Кокорин получается. Быстрый, но неуклюжий. Белендинов. Белендинов играл раньше в Эвертоне. Неплохой игрок. Да в Рубине вроде он в основе играет. Раньше он вроде на фланге бегал, там в защите, в полузащите, но сейчас он играет позицию атакующего полузащитника. Так, опять Кокорин теряет мяч. Ужасно он в этом матче действует, на самом деле. Он вообще не нравится он мне. Так, Вицель, Вицель, дай в центр. И на Дани запускать. Так. Дани не получилось дать пас на Кокорина. Кокорин бы выходил один на один. Так. Халк Кузьмин, Халк прессингует. Слишком рано я нажал на отбор. И мы не отобрали мяч. Благой Георгиев, Гарай. Канунников пас назад отдавал. Кузьмин с мячом. Кузьмин по флангу на Канунникова. Криш, что сдержит его, конечно. Ой, не сдержит. Так, Канунников держит, держит мяч. И угловой будет. Первый был удар по воротам, но... Совсем-совсем он не точно был. Так. Первый будет Ладыгин. Хоть где-то Ладыгин. Первый ужасно. Что я сделал? Что я сделал? Вот это да. Вот это нам забили тупой гол. Канунников забил своему бывшему клубу. Да, вот это я сплоховал, конечно. Ужасно получилось все это. Ну ладно. Хави Гарси уже подождал. Да у нас что-то это... Перерыв между матчами был 2 дня, и игроки устали очень сильно. Я думаю, замены даже на 60-й минуте начну делать. Так, на Биулин с мячом, Кокорин. Таким составом надо 3-0 побеждать. Это Рубин. Так, Хави Гарсия. Хави Гарсия, помните, да, что он в прошлом матче, по-моему, голевую отдал и гол забил. Так, ну, давай, ну, что за... Куда ты побежал вообще, Дани? Даже в реальном футболе, когда во дворе пацаны играют, и то понимают, что надо в центр открываться, а не туда же, где твой игрок стоит. Ужас какой-то. Так, перехват от Аздоева. Магомед. Канунников. Автор единственного забитого мяча Рубина. Халк. Кверквелия. Грузинский защитник. Так, Набиулин. Гёкденис Карадениз. Так, Георг Денис с мячом, и неплохой пас дает на Аздоева, но тут перехватили игроки Зенита. Так, Халк, Халк убегай, Маурисио даст тебе пас, Халк убегает. Халк убегает и неплохо довольно. Но, сохранит мяч? Не сохранит мяч. Накрыли его втроем на фланге, Халк. Кокорин, что ты делаешь? Я тебя уже давно пас нажал. Какой-то странный чувак, надо его менять на Дзюбу. Так, Канунников на Кузьмина. Кузьмин опасно. Так, ошибка у них была. Жалко, мяч слишком сильно отскочил, когда мы отбирали мяч. Так, Рыжиков опасно довольно играл. Ты же не Миньюле, который обыгрывает по 3 раза нападающих Боруссию Дортмунд. Так,
Ошибка могла быть, но хорошо сыграл. Хорошо, хорошо. Кокорин. Кокорин опять неточный пас. Давай, на Маурисио. Маурисио может. Маурисио может. Так, и сюда дай. Хави Гарсия. Вот так. И Кокорин дальний. Рыжиков. Тебе как будто с 30 метров били. Еле-еле. Девочка маленькая. Как можно так мячи схватывать? Вроде неплохо Кокорин ударил. Надо его менять. У него уж сил нету, чтобы он такие удары сильные наносить. Гениальный пас от Гек Дениса. Я не знаю, как он прочитал это, что именно его игрок туда побежит. Ну ладно. Вицель на Дани. Дани. Хватит у него скорости. Так, Кокорин, дай хороший пас. Он дает его. Маурисио. Маурисио нет скорости, поэтому он дает ужасный пас. Логично. Ладно. Вот и замену нужно надо делать. Ну ладно, сейчас атаку завершим и сделаем. Давай, Дани, удар. Неплохой, кстати, удар получился, но, к сожалению, не дошел он. Ну, дошел он, что урод не залетел. Так, кого мы поменяем? Давайте Шатова вместо Дани выпустим. Шатова Цапника поиграет у нас. Так, Дани показывают нам. Иди сюда, игрочок. Ну, мы сделаем вот так вот. И постараемся ударить. Маурисио, бей ближний. Ну, неплохо. Жалко, что рикошет был, конечно. Шатов, бей. А-а-а. Как же не зашло это. К сожалению, не получилось. 8 ударов у нас и 2 у Рубина. Ужасный гол мы пропустили. Поэтому можем потерять очки в этом матче. Ну, надеюсь, не потеряем. Ой. Опасный выход. Дэвич. Украинский нападающий. И Ломберц накрывает это. Навес неприятный. Так, угловой, второй угловой, по-моему, у Рубина играем. Так, Ладыгин. Ладыгин выбрасывает мяч на Халках. Кокорин убежит, не убежит. Может убежать, но фол тут был, судья, конечно. Да. Другой защитник его накрыл, от одного он ушел, но неплохо. А Дзюбу я вместо кого выпустил? По-моему, вместо этого. Вместо Дзюбы. Ой, ё-моё. Маурисио, убей, давай! Ай, вместо этого. Вместо Кокорина я же его вроде выпустил. Странно. Так, Халк дает неудачно, да? Да, неудачно. Надо было чуть-чуть подкрутить в центр, ну ладно. Так, вроде должны выиграть. Да, Ломберт. Маурисио. Кокорин. Дзюба. Дзюба медленный. Куда же я выпустил? Дзюбу. Ой, ребят, извините, пожалуйста. Я что-то протупил. Пустим центр полузащиты, выпустим Рязанцева. Рязанцев будет бегать вот здесь. Просто Хави Гарсия очень сильно устал, я его заменил. Ну и хотел заменить Кокорина, поэтому получилось Дзюбу я центр полузащиты выпустил. Неприятно получилось. Так, Халк выиграет. Ты в смысле? Ну судья, тут логика ФИФы. Если тебя не столкнули в штрафной, это не пенальти, но его за руку держали. Что это за бред вообще? Обязательно надо падать. Чё ж ты не упал тогда? Так, Шатов. Шатова сил моря. Не побежал. Игрок наш не захотел, походу, бежать он. Так, Смольников, давай, догони Дидюна. Дидюна, который в Динамо тоже, по-моему, раньше играл. В аренде, если я не ошибаюсь, это Рубина. Так он, по-моему, всю жизнь в Рубине играет. Так, уже 81-я минута, 82-я. Надо нам забивать, наверное. Так, она нас обыгрывает спокойно на фланге. Переводит на другой. Так, Гек Денис, Кэр Денис на фланге, я не думаю. Навес, да. И надо атаку проводить хорошую. Вицель. Вицель на Кокорина. Кокорин. А я не заменил, что ли, опять его? Или мяч еще не уходил? Так, Рубин держит мяч. Я думаю, будет тяжело что-то сделать. Хотя, давай, Халк, убегай. Давай, Халк убегает, Халк убегает, Халк убегает, пас и забивает. Да, Кокорин красавчик, забил, молодец. Так, 2-1, мы вышли вперед. Я думаю, это победа, потому что Рубин с такой атакой ничего не сможет сделать с нашей защитой. Забили они тупой гол из-за ошибки моей, не вратаря. Так нельзя делать, когда возле тебя защитники. Ну да и ладно. Так, Кузьмин с мячом, Кузьмин опять с мячом. Халк мешает ему навесить, но
А там офсайд вообще был получился. Ну и хорошо. Так. Ладыгин. Ломбертс. Ломбертс на фланг неплохо. Аккуратно. Маурисио. Центр. Так. Шатов. Шатов, ну что ж ты раньше-то не дал? Ну сколько мне ждать нажимать? А, уф. Это штрафной. Я думаю, это победа. Халк. Халком я бить не очень хочу. Витцель. Да, да сюда. Рязанцев. Горай. Хорошо. Ой, это пенальти. Да, хорошо. Сейчас можем третий забить. Хотя пенальти я в этой фифе не умею бить. Ну, давайте ударим вот так. Посмотрим. Забьем. Нет, да, забили. Халк оформляет дубль. Я не помню, сколько он голов на нас уже забил. Ну, вроде прилично. Так, хорошо. Забили мы третий гол. Ну, пенальти там чистый был. Маурисио хорошо ушел и его задержали. Так, Благой Георгиев. Камболов. Кузьмин. Так, и да, мы 3-1 побеждаем. Набираем 12 очков в нашем чемпионате. И вроде там на первом месте, от второго места мы на одно очко отрывались. Сейчас, думаю, побольше будет. Так. Вроде мы должны купить Варана. Так. Да, мы должны его купить. Вроде там по голосованию в группе за Варана не против все были. Ой. Сразу промотаем до этого матча, чтобы я вам не надоедал. Так, матч с Ростовом. О, который сейчас находится на первом месте. И ставим мы нашего защитника нового. А где он, кстати? А, да, я же его еще не купил, точно. А почему отклонено? Ладно, давайте сыграем. И в следующий раз уже у меня уже будет в составе Варан. Так, вот такая же форма, такая же расстановка. Никого я не буду менять. Так. Даним. Даним. Кирю, у тебя точно не пасы, Даним. Такой дождик у нас неприятно. Как же мяч будет отлетать? Ну ладно, начинаем мы матч с Ростовом. Витцель. Думаю, тоже должны победить, поэтому. Ну, потому что в этой фифе Ростов. Мне они же не думали, что Ростов на первом месте. Тут у всех рейтинги маленькие. Где они на большие победы не рассчитывают. Хороший перевод на Полоза. Полоз. Так, Калачев. Так, давай. О, отлично, Маурисио сыграл. И Даня, давай сюда. Нет, ну хорошо, что так получилось. А то бы мы, можно будет прострел сделать. И Цезар Навас сыграл неплохо. И будет угловой. Так, Даня. Даня дает пас сюда на Маурисио. И Маурисио будет бить. Да, и Джанаев как-то он неуверенно отбивает мяч. Хотя вроде мяч летел в него. Ну ладно, неплохой удар получился. Так, Нобуа с мячом. Кстати, Нобуа раньше играл за Динамо. Ну и хорошо, что он в Ростов перешел. Сейчас Ростов находится на первом месте. Хотя вроде ЦСКА их обогнал, так как они в Санжи мячу сыграли. Ну ладно. Так, Бухаров. Тоже футболист Зенита бывший. Так, Витцель. Витцель. Так, на Ломберт, Смольников, Хави Гарсия. Некуда мне давать пас. И Дани набежал, и ему получилось. Так, неплохо. Витцель. Ай, Витцель, ну куда ж ты даешь? Что ты такой слепой, что ли? Вроде нормальный чувак. Так, Кокорин. Башташ. Баштас. Не знаю, как правильно. Бастас или Баштас. Так. Маргасанов. Цезар Навас. Не знает, что ему делать. Так, Халк. И Смольников спокойно примет мяч и отдаст назад. Так, на Ломберца. Маурисио, как он хорошо так. Это был фол от Маурисио вроде. Ну, судья на нашей стороне. Так, Дани. Дани пяточкой. И решил я выпендриться, да не получилось. Так, Халк. Халк с мячом. Кришета. Кришета Маурисио. И Кави Гарсия запускает Дани. И это будет гол! 1-0. Какая неплохая комбинация у нас вышла. И Хави Гарсия оформляет голевую передачу, а Даня забивает гол.
И это неплохо для нас. В начале матча на 17-й минуте мы забиваем быстрый гол. Так. В прошлом матче у нас это не получилось. Мы забили, по-моему, на 20-й, а быстрый 19-й, по-моему, считается. Ну да. Так, Халк. Халк, ой, это был Кокорин, неплохую передачу на Мурисио давал, но хорошо сыграл защитник Ростова. Так, выбивает мяч. Опять не принимает Бухаров, хотя с таким ростом надо, по-моему, весь верх выигрывать, что сделает Дзюба. Но поэтому его и продали в Ростов. Так, Могилевец, он вроде в аренде в Ростове, Могилевец, он так воспитанник Зенита, насколько я знаю, да. Так, Хави Гарсия, ну, поборись-то до конца, да, неплохо борется. Ему помешал бежать травмированный игрок, уже не травмированный игрок, Кудряшов, Федор Кудряшов. Ростова, так, навес, навес на дальнюю, но было, вроде от Нобова мяч ушел, я ничего не делал, ну да. Кришито, Кришито на Маурисио, Маурисио на Дани, Дани побежал. Какой хороший пас! И какой ужасный пас от Дани на Кокорина. Кокорин должен был сейчас 2-0 делать. Но Дани... Как же такой профессиональный игрок может отдавать такие косые передачи? Ну ладно. Так, нас обыграли. Вот они хорошие передачи отдают. Бухаров принял мяч. Неуклюже, но принял. Так, Магасанов на фланге, будет навес. Нет, не будет навеса, будет пас на Могилевца. Могилевец, Могилевец борется, но более опытные игроки перехватывают у него мяч. Нашего молодого парня русского. Так, Халк, Халк на Дани. Дани на Вицеля, Вицель на Кокорина. А Кокорин даст сюда и перехватывает мяч футболисты Ростова. Так, Бухаров, Бухаров. В него мяч попал случайно, но у нас мяч все равно остается. Кришта. Кришта на Дани. Дани пятку уже какой раз играет. Так, Вицель, Вицель, не знаю, я не знаю, что мне делать, поэтому я потеряю мяч. Ну ладно. Кокорин. Прессингует Кокорин. Федор Кудряшов, крайний защитник Ростова. Джанаев. Джанаев, Цезар Навас, Цезар Навас. И какая могла быть ошибка? Как он точно отдал на фланг? Так. Когда они не перехватил мяч у Могилевца, я не знаю. Так, Калачев. Ну, Кришито. Один из лучших итальянских защитников. Да, и был фол. Здорово. Так. Дани. Ой, Дани, извиняюсь. Подает футболист Ростова. Извините, не вижу, кто подавал. Ну, ладно. Так, Ноба с мячом. Перепасовывают футболиста Ростова. И ничего, вроде... Опасно, 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 и выход, и 1-1. Вроде ничего опасного не было, разыграли стеночку, и 1-1 делают футболисты Ростова на 40-й минуте. Да, печально, печально. Так, Кокорин, Кокорин на Маурисио. Ну, будем выигрывать этот матч. Опять сложный для нас матч получается. Это прискорбно. Так, Полос, Канга. Сами запутываются футболисты Ростова. Но это для нас хорошо. Так, неточный опять пас. Ничего пока не получается у нас после забитого гола. Ну ладно. Пасы неточные все. Я думаю, во втором тайме надо опять выпускать Зюбу и побеждать. Так, потому что мы когда выпустили Зюбу в прошлом матче, мы победили. Так, был офсайд, нет? Ну, по-моему, был офсайд и да. И мы все равно ничего не сделали, так как Джанаев сыграл очень хорошо на выходе. А Халк не вышел из офсайда вовремя. Дани, пас на Халка. Халк, не, там не получится. Да что ты, куда ты даешь? Ой, хорошо дал. И гол, Кокорин. Какой отскок получился неплохой. Кокорин открывает счет своим голам за Зенит, по-моему, у нас. А, нет, он в прошлом матче забил. Второй гол в сезоне в 5 матчах. Это вот Халк, по-моему, 6 уже забил. Каждый матч по парочку забивает. Я думаю, и в этом забьет. Ростов он слабенький, у них что-то вроде ничего особенного нет. Как они на первом месте премьер-лиги. Но это все Курбан Бердыев. Только из-за него Ростов на первом месте находится. Особенно в таких вроде футболистов у них нет. Ладно, я понимаю, они когда с Дзюбой были, и с Ананидзе, с Жаной из этого, из Спартака. Да, тогда можно было. Я
не удивился, если бы Ростов бы на первом месте был. Хорошие футболисты были, а сейчас не знаю почему. Тренер, наверное, гениальный просто. Все жители Ростова там в восторге от такого тренера. Они его никуда не отпустят, сами ему деньги будут платить, чтобы он у них оставался. Да и у нас был в Волгограде тот, та же самая фигня. Вроде раньше все нормально было, и гол забивает Халк. Я же говорю, он без забитого гола-то не уйдет. Хорошо, сбил он флажок. У нас в Волгограде, насчет Волгограда, у нас в Волгограде-то раньше футбол неплохой был, потом раз бюджета что ли не хватало на кого-то, разорился, и мы потом куда-то вниз упали, то поднялись в каком году, 3 назад в ФНЛ, и опять упали, у нас бюджета не было. Ну, нам бы тренера хорошего, да и футболистов парочку из-за границы, и было бы все нормально. Волгоград же это... Тут футбол какой раньше был? Манчестер приезжал. Честно, я больше и не помню. Я родился вообще уже когда... Ну, хотя, наверное, родился, когда Ротор был там в Премьер-лиге, играл неплохо, но я его не помню уже этого. Один год был, когда на ней с этим... Ой, тут вот ничего не было. Если он руки поднял, что тут было-то? Я его даже не коснулся, просто он мяч отпустил, я у него перехватил. Логика, блин, странная. Хави Гарсия на Дани, Дани на Вицеля, Вицель, Кокорин. Кокорин уходит в центр, неплохо. И Дани гол! 4-1, какая... разыгровка. Я думал, вообще не пройдет пас, но Кокорин вообще отлично в этом матче смотрится. Я думаю, я говорю, в прошлом матче они устали, и забивать им особо не хотелось. Хотя так получилось, что мы на 90 забили. Ну, на 87, по-моему. Вот. Так, полос с мячом. Выигрываем 4-1. Я думаю, мы все, победили в этом матче. Ничего не сделает Ростов. Тяжело им будет забить 3 гола. Да даже и один тяжело. Ну, один, может, они забьют еще. Так, и у Кокорин хорошо играет там. Прессингует. И сколько у него сил вообще? Я думаю, Дзюбу я в этом матче, может, даже и не выпущу. Так, Кокорин. Неплохо. Он принимает бой, заборется за мячи. А что, что сейчас-то не побежал? Там Бастас этот был. Так, Джанаев. И так, Нобо. Нобо с мячом. Маргасанов опять, Калачев, Маргасанов, Калачев на фланге, опять в центр сейчас будет пас, нет, будет Маргасанов на фланге, так. И Хави Гарсия прессинговал, и был бы фол, но мяч сохранился у Ростова, и навес на дальнюю, неплохо сыграл Ладыгин, ну ладно, давайте замену сделаем. Так, ну и еще что-то я в этом матче не вижу, давайте Жукова выпустим, и дадим Шатову поиграть, ну все. Так. Это будет сбрасывание сильное. Кудряшов на фланг. Полос, Вицель. Прессингует Кудряшова. Полос. Полос опять с Кудряшовым. Кудряшов проходит к центру. Ну, я же... О, это гол будет. Ладыгин, как сыграл сейчас Ладыгин? Эх, сейчас бы ты так за сборную России играл. То у нас только один Акинфеев тащит. И то он уже старенький становится. Это фол был, судья, ну блин, меня просто свалили игрока, и вот, ну, опасный такой ударчик был, на самом деле. Что-то этот Ладыгин стоял спокойно так, не знаю почему, может, он видел, конечно. Так, Жирков, Кришета уйдет на фланге, так, Кришета уходит от защитника, так. Да у меня же мяч, зачем свистеть? Что за судья? Кришета. Кришета на Ломберс, Ломберс центр на Шат, на Вицеле, сейчас Шатов, Вицель, Кокорин, ну, Кокорина как бы оттолкнули, не знаю, куда опять судья смотрит. Так, можно попрессинговать, Кокорин неплохо, так, и уйдет мяч. Кокорин, я думаю, еще один может гол забить, он сегодня в этом матче как хорошо смотрится. Так, Ерохин с мячом, Ерохин футболист Ростова, Гацкан. Ерохин. Ерохин. И на фланг неудачно пас дает. Ну ладно. Ломберц. Ломберц на Хави Гарсию. Жирков. Жирков. На Халка. Шатов. 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 Теряет мяч.
На это я виноват, он побежал против троих или четверых. О, сейчас ошибаюсь, футболисты Ростова, я думаю, они потеряли уже веру, что они победят. Дедлер сравняет. Так, и пас какой хороший на Жиркова, Жирков даже принял, но не получилось. Так, угловой будет. Не знал, что делать Бастас, и выбил мяч. Ну, угловой. Так, навес, удар. Ужасный удар получился. Не знаю, кто бил, Вомберц или Карай. Высокий чувак был какой-то. Так, 4-1, 82-я минута. И Ю Бюнг Су выходит. Не знаю, что это за футболист, если честно. Вообще не знаю, кто это такой. Российская премьер-лига не интересуюсь. Но, может быть, он сейчас добавит немного свежести Ростову, и Ростов может забить один гол. Что-то я сомневаюсь. Ирохин. Ирохин, Шатов. Шатов опять плохие действия у него. И Ломберт убежал от защиты. Вышел в центральную зону и перехватил. Неплохо было. Так, мне нравятся такие действия. Жирков, Жирков в центр, на Вицеля, Вицель на Смольникова. Смольников запускает Кокорина, Кокорин побежит. Да, побежит Кокорин. Кокорин дает на Шатова, Шатов делает ответное действие, сделает, но не точно. Это надо было, короче, навешивать. Это я опять виноват, что Шатов так плохо сыграл. Так, Джанаев, Джанаев на фланг пасует, не рискует, ближнему не дает. Кудряшов перехватывает Вицель. Надо было чуть-чуть помягче принять, и было бы все нормально. Вроде сильный пас был, Ерохин так спокойно принял, он что, технарь, что ли? Так, Вицель, Вицель опять перехватывает. Неплохо наш матч складывается, но обидно, гол мы пропустили от Ростова. Разыграли они, конечно, шикарно, могли бы и на ноль сыграть. Так, Халк. Халк дает на Кокорина, Кокорин прорывается вот сюда, и Халку дает мяч. А Халк бьет в дальний, и не будет гола, жалко. Что, дадут нам еще атаку доиграть? Да, 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 судья еще. Хорошо, что добавили 2 минуты, а не одну. Так, Вицель, Вицель, Шатов на Жиркову, Жирков. Мог бы Юрий открыть счет своим голам в этом сезоне, но не получился. Но. Так, и побеждаем мы во втором матче. Набираем 15 очков. И будем смотреть дальше. У нас, по-моему, ждут матчи Лиги Чемпионов. Сейчас мы посмотрим, с кем у нас будет первый матч. Я думаю, на этом уже выпуск у нас подходит к концу. Так, Лига Чемпионов. Вот, с Леоном у нас будет матч. Через много, я думаю, матч. Через 5, по-моему. Так, я с вами прощаюсь. Спасибо, что заходите на наш канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. До скорых встреч, ребят. Всем пока.